Вот, значит, о чем бы хотелось сегодня поговорить. Значит, я разные же тематики были, я вот даже не знаю тематики, кто там был, Егорский, когда мы о чем разговаривали. Поэтому я хотел поговорить вообще просто о работе с молодежью, ну и потом как бы немножко переметнуться на добровольчество. Значит, у нас на уровне Российской Федерации или на уровне субъекта есть несколько видов работы с молодежью. И основные приоритетные направления – это вот патриотика, да, это, ну, патриотическая социальная молодежь. Второе – это, значит, профилактика негативных проявлений молодежной среды. Ну, это как бы против наркотиков, против всяких хулиганств, там, бесчинств, преступлений. Значит, еще одно из направлений – это здоровый образ жизни, да? Пропаганда здорового образа жизни, там, спорт, все, что направлено со спортом, с активным образом жизни. И одно из направлений как раз – это добровольческое волонтерское движение, которое, в свою очередь, различается на… Это спортивное волонтерство, это поддержка всех спортивных мероприятий, там, чемпионатов. Ну, все вы знаете, вот сочинские были, Олимпиада в Сочи была, был чемпионат, чемпионат мира, обслуживался тоже спортивными волонтерами по легкой атлетике. В Казани была универсиада, это как бы вот такие молодежные движения, волонтерские, вроде, казалось бы, тоже добровольчество, волонтерство. Но это именно как бы связано со спортом, это встреча гостей, расположение их, там, переводчики, там есть отдельные направления, именно сопровождение самих соревнований. Но это как бы нас немножко не касается. Нас интересует, конечно, именно социальное служение в плане того, как бы, как помочь в этом обществе, как это общество поддержать социально незащищенные слои населения, наших близких и дальних. Ну, то есть это как бы такое служение. Но само слово добровольчество, да, добрая воля на то, чтобы делать добрые дела. Как бы, волонтерство – это немножко как такой термин, пришедший из рубежа, но мне вот он не по сердцу. Но все-таки и Владимир Владимирович Путин был на сердце, по сердцу. Добровольцы, да, такой. Просто немножко отошли от этого слова, потому что оно связано, исторически было связано там, с комсомолом, да, и с коммунистической партией, вроде как в языке. На самом деле, я считаю, что все-таки это добровольцы. Добро есть слово очень хорошее. Все-таки добровольчество. Волонтерство – это как немножко другое. Значит, при организации этой работы все мы хотим делать добрые дела. Ну а как найти, кому это доброе дело сделать? Вот это очень важно. Мы все хотим, давайте там тому поможем, этому поможем. И вроде как мы там раз, все, наверное, раз в год приезжают в какой-нибудь приют или там посещают каких-нибудь больных раз в год. Делается акционно. Очень важно все-таки, когда делаешь добро, вот именно такое служение, оно должно быть. Как сказать, должна быть четкая периодичность, чистота и какая-то планомерность работы. Если мы еще недавно, буквально с вами же год назад говорили о том, что вот хотя бы что-то сделать, собраться там какое-то, что-то, то сейчас уже каждый из вас, ну, знакомых лиц много, и вы меня уже всех знаете в основной массе. Сейчас подошли все-таки к такому этапу, когда должна быть какая-то периодичность и системность работы. И поэтому, значит, есть доброволец, который, определение, если ему дать, кто такой добровольец? Это человек, который, значит, совершает какое-то доброе дело на безвозмездной основе. Это один из принципов, да? Из принципов. На безвозмездной основе, ничего не получая взамен. И есть еще, это как бы, вот если объект у нас, да, это вот добровольчество само по себе, то вот, да, субъектом является там добровольец, да? И еще есть благополучатель. Тот, на кого будет эта работа добровольца направлена? Еще есть у нас третье лицо появляется. Вот здесь как бы существует, ну, здесь присутствует актив и как бы большие и малые руководители, батюшка здесь присутствует, как вдохновитель там на своем приходе именно молодежного движения. Есть еще те, кто организует этих добровольцев. И он решает не одну задачу. Он делает добро не только благополучателю, но он работает с добровольцем и воспитывает его. И поэтому вот эта вот, именно работа, вот это социальное добровольчество, она очень важна. Там две позиции даже появляются. Одна — это воспитание молодежи, которая в этом добровольчестве работает. А другая — это удовлетворение потребностей и нужд благополучателя. Ну это как такая теория, что мы понимаем. И вот каждый из нас пытается найти, где же, что же надо свое время тратить на что-то незначимое.
которое не принесет эффект. И поэтому, если в прошлом году мы говорили, давайте хоть что-нибудь сделаем такое вот хорошее, то сейчас у нас времени нет. Потому что, первое, вы сейчас молоды, у вас есть свободное время, скоро вы не будете молодежью, у вас будет семья, прочее, 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 у вас заботы захлестнут, все. На этом все закончится. Поэтому, ну и как бы вообще христианская жизнь, мы же не знаем, когда она закончится. Поэтому, но мы, надо спешить. И поэтому вот каждый из вас должен четко понимать, вы должны сработать четко, у вас должны быть четкие критерии. Есть смарт-задачи, напишите здесь, смарт, на английском языке. Прочитайте в интернете, это значит основные... Любой проект, который вы задумаете, он должен подпадать под эти смарт-задачи. То есть он там должен быть ограничен по времени. То есть вы ставите задачу, вы должны четко понимать, этот проект работает месяц. Потом он должен быть, цели должны быть исполнимы. Там есть четкие критерии, по которым вы можете любую работу как бы свою подвести. Смарт-задачи в интернете наберете, там четкое определение по всему будет. Что я могу подсказать? Поскольку я как бы чиновник долгое время, там, в здравоохранении работал, социально, скажем, с молодежкой работал, там, в соцзащите там как-то. Давайте посмотрим вокруг, как же, где же мы можем определить вот эти вот социальные, где у нас социальная напряженность происходит. В принципе, логично взять, прям берем отрасль, образование, да, где вот напряженное сейчас стоит вопросы, где население от этого плохо себя чувствует, оно как бы... Если это трудоспособное население, там есть дети, да, в образовании, которые учатся, есть родители. Вот где сейчас такая напряженность прям, что и родители нормально работать не могут, и дети не устроены? Вот есть такое сейчас или нет? Вопрос с детскими садами есть? Когда ребенка нельзя, родители не могут отдать детский садик, соответственно, не могут отдать, работать не могут. Все, семья катится, один человек кормилец, все, остальные все как бы, ну, на это, когда бабушка посидела, а если еще и, ну, это уже соцзащита, это там уже пенсионеров вопрос, мы подойдем к ним. То есть вопрос, куда оставлять детей. В этом случае, даже забирая ребенка и организуя что-то на приходе силами добровольцев, забирая детей без питания, без лицензии на образовательную деятельность на 3-4 часа, один волонтер, допустим, с педагогической подготовкой или без педагогической подготовки, маленькая комната с игрушками, там, где можно попить, там еще просто, не нарушая законодательство. Два волонтера, допустим, 10 детей привели. Представляете, 10 семей получили возможность сходить в магазин, мама, или там подработать, или что-то сделать. Помогаем людям. Социальную напряженность снимаем, снимаем. Русская православная церковь и как бы молодежная, ну, актив решает какую-то социальную задачу, помогает государству. Тут все, тут и патриотизм, и то, и другое, и третье. Образование посмотрели, здравоохранение, да? Значит, в условиях ограниченных ресурсов бюджета, значит, зарплату получает здравоохранение. Ну, медсестра только там за некоторый присмотр, за процедуры, врач только за оформление документации, разговоры там с родителями, все. Дети предоставлены сами себе. Да, они до обеда в стационар там сходили, там подследовались, как где сделали, УЗИ сделали, все. Потом это, ну, все. Вот это, ну, игрушки всякие, там, планшеты. То есть, как бы, ну, может быть, учитель приходит, там, с ними занимается. Но это, как бы, не то. Досуга нет. Но они в этот момент очень доступны, поскольку они одни, без родителей. Представляете, 7-я больница, да? Обшарпанные стены. Все вот это, ну, такое, не очень благообразного вида. Родители где-нибудь в Паласовке, денег нет доехать и привезти, там, не то, что там, еду, ну, просто нет денег доехать. И поэтому к ребенку приезжают раз в месяц. Вот я, допустим, работал в 7-й больнице, там, анестезиолог, реаниматолог. Да, у меня были такие пациенты, там в реанимации лежали. Там. Вот еще же дети, там какая ситуация? Когда ребенку не создаешь эмоциональный фон хороший, он же и выздоравливать не будет. У него все плохо, все пропало, родителей нет, я где-то меня носовали какие-то там эти самые трубки, я все, мне плохо. Я помню, у меня Леночка лежала там. Ну, у нее был остеомиелит. Вот она была там, я не знаю, старополтавка, что ли. Я говорю, Лен, как у тебя дела? Она говорит, ой, да вот мама с папой, денег нет приехать. Я говорю, ну а что ты хочешь? Да я вот сладкого не ел 2 недели. Это для нас это конфета, мы съели и все. А ребенку это конфета, у него же даже чисто физиологически рецепторов больше, чем у нас. Они сладкие, чувствуют по-другому. Ну что, прешь эти конфеты, прешь эти книжки, ночью читаешь там... Ну, приходишь там, на ночь считаешь. То есть, как бы, внимание мучено. Социальная проблема есть? Есть. Разрешима она государством? Неразрешима. Соответственно, тоже точка приложения. Но это вы все знаете, да, как бы, что есть там больницы, там приюты, это работа как налог.
Дальше идем. Социальная защита. Какая у нас незащищенные слои населения? Пенсионеры, одинокие люди. Здесь что может быть? Малоимущие, да? Касается малоимущих. В принципе, выдумывать ничего не надо. Вот у нас Наташа Бородкина. Где, почему я не вижу? Наташа Бородкина у нас выезжала, значит, Белановский, Юрий. К Юрию Белановскому, это молодежное общественное движение Даниловцы добровольческое. Наталью мы туда послали, и она там посмотрела. Наташа, сколько у них направлений работы там? 40? Около 30, больше 30. Больше 30 направлений работы молодежно-добровольческой. То есть это как бы, это не только там сходить в больницу, пообщаться или там в приют. Там вообще там разнообразные виды работы. Вплоть до переписки с заключенными. Это где? Москва. Это Москва. Вы, кстати, найдите его в Фейсбуке. Белановский, очень одаренный человек. Юрий Белановский. Значит, он выкладывает видео работы своей волонтерской команды. У него очень классные тренера. Они выкладывают видео именно с тренингами. Там и работы в коллективе, и психологическая подготовка волонтеров там, и прочего. Отлично вообще, супер. И опыт у них. Деньги на этот ремонт, например, прощит косметический ремонт, сколько будет стоить. Собрали эту денежку именно под конкретную семью. Но я возвращаюсь к тому, что я сказал, должны быть четкие критерии. Делает пойдет или нет, или там пьянь, и опять это все через неделю развалится. Вот, денежки находят, семью эту на субботу-воскресенье перемещают, забегают там 8-10 волонтеров, быстро делают ремонт, все, семью заселили, все счастливы. Направление работы, направление. Что касается, значит, старых людей. Тимуровцы были, дрова кололи, в магазин ходили. Все, в принципе, собственно, просто. Но должен быть критерий. Отсутствие родственников. Вот здесь надо как-то определиться системно. Но это как бы чиновничество все-таки работает. Работа молодежного отдела. Вот прям я бы рекомендовал брать прям вот каждое направление. И выбирать для Волгограда, что это значит. К сожалению, да, я понимаю, там, что получить пособие, надо собрать такую-то справку. Мы к этому придем. Такую-то справку, так, а соответствует ли они условиям. Но без этого мы никуда не денемся. То есть мы должны понимать, что это за семья, что это за пенсионер, есть ли у него родственник или нет. Предварительная работа все равно должна быть. Иначе мы сработаем вообще на проходимцев или там, я не знаю, ну не туда. И поэтому здесь все-таки методологическая как бы основа этого всего должен, вот я считаю, должны чиновники от епархии, это как бы молодежный отдел как бы в этом плане сработать. И как бы, я так думаю, какая-то рабочая группа все равно должна родиться, на которую четко будет стоять вопрос. Я готов там присутствовать. Сегодня мы разбираем помощь такой-то категории населения. Какие критерии помощи, источники финансирования этой помощи, источники волонтерских организаций, какие у нас силы и средства есть к тому, чтобы решить проблему вот в этой сфере. По Волгограду, по Волгоградской области, там, где у нас очаги, где активисты, по каждой теме. В общем, разговаривать это здорово. Каждый вернется, как бы что-то для себя подчеркнет. Но я думаю, такой этап тоже придет у нас. Но пока мы на другом. И обсудим дальше. Продолжим дальше. Да? Значит, есть еще категория людей среди пенсионеров, и плюс это цепляет немножко и здравоохранение. Это категория лежачих пациентов. Значит, что такое лежачий пациент? Это тяжелое хроническое заболевание. Неизлечимое, когда человек беспомощен, когда вокруг него родственники все время находятся, напряженная обстановка в семье, потому что невыносимо испытывать страдания человека рядом. И если родственники неправильно на это реагируют, если у них неправильное как бы, направление, но им никто не задал направление нужное, как общаться с этим, со своим родственником, умирающим ли, или долго ли, это может продолжаться десятки лет. Представляете, у вас семья, у вас растут дети. Там. Сказать о том, что батюшка должен прийти и как-то эту ситуацию разрулить. Очень большая проблема работы с волонтерами. Так, закрыли там проблематику, все. А теперь проблема немножко говорю. Порой волонтер или там человек, который хочет стать волонтером, не понимает, с чем он столкнется до последнего момента. Он думает, да, я сейчас пойду вот в приют, мы завтра едем. Приезжает, видит этот ужас, который там. Ребенок инвалид, или там с психическими отклонениями. Или если это дом престарелых, что это бабушки, которые, извините, пахнут просто неприятно. Если не будет правильной психологической поддержки, он сломается, он не поедет. И такое будет 100%. То есть будет
вот из той группы, которая, ну, сформируется и поедет туда, многие просто отходятся. И поэтому, прежде чем бросаться на такие добрые дела, должны быть рядом профессионалы, которые подготовят психологически. Не только как бы, ну, там как методически, как там работать, как разговаривать, а психологически каждого волонтера. Если сейчас мы этих новобранцев бросим сразу в бой, там похуже Чечни, как бы, или там, ну это реально так. У некоторых, некоторые люди там, я не знаю, ну не видели просто банально мертвого человека. А тут живой человек, который там, я не знаю, распадается на атомы. И как бы это может быть очень сильным ударом психологическим. На этом все волонтерство кончится, он потихонечку отойдет в сторону. Поэтому как бы в любом случае социальное вот это служение, какая-то ячейка, которая будет работать, она должна работать под руководством профессионалов. И поэтому, если на приходе формируется такая ячейка, которая хочет, посмотрите на своем приходе, на соседнем приходе, есть ли православный педагог, который готов хоть как-то методически, как работать с этими людьми. Что это значит? Методика какая? Посредством там, ну, рисунков, там, это механика сама. Посредством лепки, посредством там образных каких-то там фильмов, там, да, вот, то есть я в этом как бы не понимаю, но это методист, именно педагог, который вам разработает программу. Вот вы познакомились, вот здесь вы знакомитесь, здесь вы обсуждаете это, здесь вы обсуждаете это. То есть, ну, как вы должны давать эти уроки? Или как вы общаться с этими? Какой мысли вы должны приходить? Чего нельзя? А психолог уже, и второй должен быть психолог, я думаю, они вообще на вес золота будут, которые будут с этими группами встречаться и ставить их, прежде чем пойти в бой, надо проиграть эту ситуацию. Вот этот психолог должен готовить психологически вот этих людей, которые в бой пойдут. Потому что не все из него вернутся, я вам точно говорю. Какой бы там человек был, это мы только так, когда молимся, там, думаем, какие мы великие подвижники там, и прочее. Когда в бою, там все заканчивается. Больше 6 лет, и нам довелось пообщаться с руководителем этого движения Юрием Белановским. Также нам посчастливилось посетить именно волонтерские встречи в больницах, в психиатрической больнице, также я побывала. На самом деле их структура, как они работают, это вызывает восхищение у нас, потому что ни разу с этим я не сталкивалась. У них проекты, не проекты, а сами походы, они финансируются. У них есть координатор, которому выплачивается небольшая сумма денег, ну, 3-4 тысячи, точно не помню, и он уже сам решает, или он закупает необходимые материалы для творчества, когда происходит именно этот поход, или в детский дом, или в больницу к детишкам. И, то есть, существует координатор и существует волонтер. Группа волонтеров примерно, ну, от 5 до 10 человек, которые регулярно ходят вместе с этим координатором или в одну больницу, допустим. То есть один координатор отвечает за походы в одну больницу. Ну, короче, закреплено за каждым учреждением, да. Закреплен координатор, да? Да. Который составляет график, который ищет ребят, которые будут ездить. И даже транспорт, они добираются туда не сами, да? Они ищут волонтера с машины, кто нас довезет туда. Знаете, даже как бы вот эти вот издержки перебрасываются на все общество. Ну, как бы интересно, да? Там дети долго лежат? Ну, кажется, да. То есть, ну, успевает волонтер первый раз приехать и увидеть этого ребенка в следующий раз? Да. Или каждый раз новые дети? Да, успевает, конечно. Успевает. Да. Распределяются волонтеры, на одного волонтера несколько детей или каждому ребенку они пришли? Как порядок работает? Волонтеров 5, детей 30. Вот они до следующего раза, они распределяют на каждого волонтера по 5 детей или как? Или работают все вместе? Ну, как правило, у них совместная работа, то есть волонтер сидит, он помогает и одному ребенку, и второму ребенку. Да, но все помочь невозможно. 5, допустим, и 30. Вот как здесь работает? Вот именно какой они методы? То ли они разделяют всех, на кого они воздействуют, то ли, понимаешь, все со всеми. Тогда должен быть ведущий, два помощника и рядовые, понимаешь, которые там эти подносят, помогают что-то, ну там,
стульчики детей перемещать, вторые другой уровень ответственности, третий там другой. Как вот это? Такого нет. Нет. Значит, каждый себе берет каких-то детей, да? Вот пример. И дети их ждут до следующей встречи. Да. То есть индивидуальная работа каждого волонтера, да? Угу. Ну, тут это ваше, это не Ну, я бы не сказала. Ну, то есть там со странностями там какие-то. Да, просто. Ну и там развивающие игры что-то, да. Сколько проходят встречи так? Насколько они приезжают в учреждение? Больше часа точно. Угу. Полтора-два часа. Полтора-два часа. Да. А это студенты, возраст какого волонтера? Есть и студенты. Возраст. От 18 лет и старше, да? Да. То есть и женщины, и мужчины, и студенты. А где они друг друга находят? Как этот процесс происходит? Mm-hmm. Все ли они православные, где они друг друга находят? Нет, они не все православные. У них есть, у даниловцев есть сайт, там есть направление. И каждый человек, когда заходит, он выбирает свое направление, чем он хочет заниматься, и заполняет определенную анкету, заявку. Mm-hmm. Уже потом, то есть настолько структура развита. Там собеседование потом проходит, да? Собеседование проводит. Профориентация, как говорят, по направлению. Мы его потом определяем старшему кардиналу. Да. Да? Да. Ну, сколько у нас времени есть, Маша? У нас совсем много времени. Еще нет времени. Наташа, спасибо огромное. То есть ситуация какая? Нюансов куча. Вообще, абсолютно. Я бы хотел. Будет возможность денежная, либо там финансирование я найду. Ребята должны ездить туда. Вот, слава Богу, получилось. Двоих отправят. Но видите, всегда есть потери. Масляков уехал в Москву и не вернулся. Но то же самое будет у вас. То есть, как бы, то есть, я так понимаю, пока у нас опыт такой, статистика же вещь какая? Статистика вещь прямая, да? Есть у меня возможность встретиться с Путиным сегодня вечером или нет? Есть и нет. 50%, 50-50. 50%, что я Путина встречу, 50%. Тут то же самое. Сколько вернется человек? 50%. Бородкин вернулся, Масляков остался. Все, как бы, статистика очень. Вот, значит, поэтому будут деньги. Я вот как бы мы с отделом подумаем, найдем источники. Я считаю, что не от каждого прихода, от каждого благочения должны ездить, заражаться вот этой идеей. Сейчас у нас Наташа там мечтает сделать что-то высокое. Она хотя бы это увидела, дотронулась. Вот, я считаю, это очень важно. На самом деле, их опыт, он вдохновляет меня. И через меня, надеюсь, вдохновит всех тех людей, которые сегодня услышали о добровольческом движении «Даниловцы». Надеюсь, что наше добровольческое движение при Волгоградской епархии, при приходах храмов и монастырей нашего города, это добровольческое движение будет развиваться. И надеюсь, что больше и больше людей будут готовы принести себя как бы в жертву, принести какие-то свои чувства другому человеку и не потребовать от него взамен ничего. То есть безвозмездное. Да, заинтересованность, безусловно, была. Подходили после этого ребята ко мне, и им хотелось больше узнать о нашем опыте в данной поездке. Надеюсь, в дальнейшем я поделюсь этим опытом и расскажу им, как действовать. Сейчас, я так понимаю, происходит зимний семинар школы православного молодежного актива. Мы с ней уже познакомились этим летом, когда были в епархиальном лагере, вот, и почерпнули для себя очень много полезного. И это явилось импульсом для создания добровольческого движения в городе Камышине, про которое я говорил, то есть Никольское добровольческое движение при Никольском кафедральном соборе города Камышина. Вдохновил нас на это куратор благотворительных проектов движения «Даниловцы» Юрий Белановский, который прочел замечательные лекции, и все вместе, как бы с нашими братьями и сестрами с разных приходов нашей большой епархии, мы были очень вдохновлены и познакомились друг с другом. И приехав домой, провели круглый стол «Спешите делать добро», куда пригласили представителей всех приходов уже нашего города. И на основании этого было создано добровольческое движение, которое сейчас развивается. Такие мероприятия, прежде всего, на мой взгляд, полезны тем, что мы можем увидеть друг друга и увидеть тех людей, которые занимаются той же деятельностью.
И обмен опытом, он, безусловно, необходим. Поэтому мы надеемся, что и наш опыт будет тоже востребован, потому что недавно Святейший Патриарх Кирилл сказал, что волонтерские группы, волонтерское движение должно присутствовать на каждом приходе. Поэтому можно сказать, что Никольский приход города Камышино первым выполнил наказ Патриарха. Но нынешнее мероприятие говорит о том, что это действительно будет создаваться на каждом приходе, где везде сейчас есть на каждом приходе молодежь, и поэтому я думаю, что это только дело времени, чтобы это было создано, и при помощи Божией, конечно, мы это будем осуществлять. А пообщаться всегда интересно, то есть обменяться опытом, потому что руководители молодежного отдела сообщают много полезной информации. И то, что мы знакомимся, опять-таки, с прихожанами других приходов, я думаю, будет только на пользу, потому что есть пословица «одна голова хорошо, а много лучше». Я думаю, самое главное, нужно иметь просто серьезную уверенность в том, что хочешь делать. И, что называется, помолившись Богу, и спросив благословения священника, начинать это делать. Находить прежде всего самим тех неравнодушных настоятелей, тех священников, которые могут поддержать, потому что от этого очень многое зависит. У нас благодаря произошло создание движения, благодаря тому, что есть ответственные по молодежной работе, и это именно молодой священник, иерей Александр Ефимов, который очень внимательно к этому относится. И если делать все серьезно, последовательно, и как раз из основания того опыта и тех знаний, которых мы здесь получаем, то все с Божьей помощью начинает потихоньку получаться. То есть просто нужно не бояться, не смотреть на какие-то глобальные задачи, а понимать, что все большие проекты, они выходят из каждодневного труда. Просто не бояться этого труда. Школа молодежного актива – проект молодежного отдела, который существует уже вот в течение 2 лет. И проходят различные занятия либо в текущей школе, либо каждую зиму и каждое лето выездные семинары проходят для молодежи, для активной молодежи, которая хочет заниматься приходской работой. Вот. Зачастую это занятия, естественно, по приоритетным формам, которые достаточно эффективны в церкви. Это евангельские кружки, добровольчество, клубы общения, диалоговые клубы и так далее. Вот. Сегодня проходило занятие по добровольчеству, и ребята, я думаю, как-то замотивированы заниматься этой деятельностью, потому что это на самом деле очень такая эффективная и полезная деятельность, не только для общества, а для них самих. Я считаю, что невозможно ждать результата сразу, и зачастую это на самом деле результат отсроченный во времени. Я, к примеру, могу привести пример одного прихода, когда ребята в прошлом году на зимней школе были, принимали участие в работе зимней школы, и вот в течение года у них что-то внутри формировалось, и сейчас это вышло наружу, и вот буквально недавно создано движение при храме. Собственно говоря, то, чего мы хотим, это создание молодежных общин на каждом приходе, как вот таких очагов настоящей христианской жизни. Я бы хотела пожелать этим ребятам обрести себя в церкви, найти свое место и свое какое-то образ служения, который именно будет олицетворять их свободу выбора их личности. Как сказано в послании Петра, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией. То есть каждый должен обрести себя. Вот этого я бы хотела пожелать им. Вообще, как явление волонтерское движение, очень такое явление, пропитанное христианским духом, скажем так. Потому что помощь нуждающимся, ближним, это, можно сказать так, прямая заповедь Господня. И поэтому Православная Церковь очень позитивно смотрит на создание таких вот волонтерских движений в принципе. И тем более такие движения должны быть организованы при приходах Русской Православной Церкви.
Вот, и если молодежь участвует в таких движениях, это вообще, конечно, благо для всех. И церкви, и молодежи, и отечества в целом. Скажите, сегодня на встрече было много слов сказано о том, как должна быть организована волонтерская работа, добровольческое движение на переходах, какие есть там подводные камни, скажем так, с какими трудностями можно встретиться. И, в общем, очень информативная получилась беседа. Все участники сегодняшней лекции, они были заинтересованы, как мне показалось, в том, что говорилось, и познавательной. И я надеюсь, она будет иметь плод на каждом приходе. Ну, такая надежда есть. Вот, что будет, что эти беседы, они помогут реализовать все это должным образом, как бы хотелось. Что вы? Ну, мои пожелания в том, чтобы молодежь, конечно, не оставалась безучастной к такому явлению, как волонтерское движение, добровольческое движение, которое вот направлено на помощь ближним, на помощь тем, кто действительно в этом нуждается. Вот, и ну, пусть кто-то, если и не смог прийти, или там в дальнейшем не сможет прийти на какие-то такие вот мероприятия, посвященные вот теории, может быть, потом в дальнейшем сможет присоединиться к практической стороне этой деятельности. Вот такое мое пожелание. Новое для меня было вообще то, что собирается организоваться такое долговременное общество, именно волонтерское общество, добровольческое общество, потому что отдельно проекты волонтерские, они существуют, но они обычно кратковременные. Они начинаются, идут максимум 5 лет и заканчиваются. А тут возможность обучения, работы, передачи опыта какого-то, как человек, который уже принимал участие в таких проектах, могу сказать, это очень важно. Что происходит? Проходит 5 лет, проект заканчивается, люди разъезжаются, больше никто этим не занимается, опыт никуда не передается. Получается, ты взращиваешь поколение, можешь передать этот опыт и уверен, что твое доброе дело, оно действительно будет процветать. Процветать вот в дальнейшем, в следующих, в новых пришедших участников волонтерского общества, добровольческой общины. Идеи вообще работы такие были, в том числе и добровольческой работы. Воплощать это достаточно трудно, там есть ряд трудностей, в том числе и организационных, и юридических, и в части финансовых, потому что любое общество, оно базируется на какой-то стартовой площадке. Но, в общем-то, если остальные члены общества поддержат, я думаю, что даже в наших силах, нашего маленького общества делать какие-то добрые дела. Я не говорю о таких глобальных проектах, как поддержка какого-то там целиком детского дома или какой-нибудь там дом престарелых или какой-то больницы, а возможно даже поддержки просто своих же прихожан, которые нуждаются в этой помощи. Некоторые в каждодневной помощи из-за тяжелой болезни, кто-то другой нуждается в помощи разовой по семейным обстоятельствам или вообще в такой отвлеченной помощи, как они занимаются каким-то делом, уже занимаются, а рук не хватает. Вот тут мы могли бы пригодиться, реализоваться и мы, и оказать помощь, получается, своим ближним. Ничего не бояться. Когда начинаешь делать, дело начинает делаться. Если ни за что не браться, ничего и не получится. Тут надо начинать приходить, пытаться что-то делать, узнавать. Вас всегда поддержат, как любое доброе дело, оно поддерживается, причем поддерживается чудесным, божественным образом чаще всего. То есть оно Святым Духом покрывается, и тебя Господь ведет по этой пути, и ты достигаешь своей цели. Если ты не сможешь организовать на своем приходе, это не беда. Такое общество будет организовано у нас, епархия, я уже вижу, что оно будет организовано, уже там идет глубокая работа. И даже если ты не можешь поехать в это общество, потому что оно для тебя территориально далеко находится, ты обратись к своему брату, сестре по приходу, и они, возможно, 2-3 человека тебя поддержат, и дальше на базе вот вашего маленького союза родится что-то великое. Просто ничего не бойтесь, у вас все получится. Дело Божье, оно в руках Божьих.